Ребята, если вы хотите, чтобы сегодня вышла вторая серия, то есть две серии за один день, все, что от вас требуется, это просто поставить лайк. То есть, если мы набираем на этой серии 500 лайков, то сегодня выходит еще одна серия. Получается, что две серии. Выйдет она или нет, зависит от вас. И зависит от вас еще то, сколько серий выйдет в один день. Всем приятного просмотра! Ну что, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисан. Мы продолжаем играть в Minecraft Simon Pixelmon, и добро пожаловать в наш пятый сезон, в 60-ю серию. Не забываем, что в этой серии у нас уже будет наконец-то очистка музея. И скажу вам честно, и скажу вам прямо, в этой серии много кто вылетит с музея. Настолько много, что с ума сойти. Не скажу, что прям пол музея, но, если честно, достаточно. Так, легендарный босс, ты где? Я знаю, ты где-то тут, но если бы ты еще такой быстрой не было. Ой-ой-ой, иди-ка ты сюда. Ух, ребят, как я не люблю вот этих водных боссов, они... Где? Уже уплыла. Честное слово, ну так не люблю, что с ума сойти. Они такие быстрые, что не догнать, не перегнать, ни вообще ни хрена сделать. Вот. Стой, паскуда мелкая. Ребят, я не могу, я сейчас тупо развернусь, и я пойду отсюда. Вот, наконец-то. Ну что, ребята. Иви. И давай, Thunderstone. Прокачивай нашу Иви, я пока чайчик попью. А, я уже забазарился по всяким вещам, да? Ну давай, Иви, прокачивайся. Замечательно. Я сейчас заметил как раз стенды, что тут нужно уже броньку поставить. Честное слово, опять забыл. Ну, кожи, к сожалению, у нас нету. И, в принципе, даже ее не хватает, чтобы что-то сделать. Сколько у нас там кожи? Ну, практически нету. Зато мы можем уже фулл железный сет туда поставить. А кожу, в принципе, потом нафигачим. Ну, допустим, еще как раз на шлем хватит. А все остальное потом дофигачим с милтанков. И, в принципе, вот это все сделаем. Давай нафиг, еще и стенды с крыльями Стибзи. Вообще будет охрененно. Это уже даже не смешно, но да ладно. И я не удивлюсь, если через пару серий тоже у кого-то такая идея появится, как у меня. Да твою нафиг, ты что, издеваешься? Что у кого-то там в скором времени тоже там стенды с крыльями появятся, как я сейчас сидел и думал, чтобы новенького сделать. А кто-то придет и сразу же за пару минут стенды с крыльями сделает. Вот я удивлюсь этой идеей. Это уже просто настолько нелепо, что я уже даже не знаю, как это описать. Да, ладно, бывают люди, но все же. Знаете что, ребята, что я еще давно хотел сделать, в принципе, если честно, я еще не достроил наш ресторан, но по сути нужно его будет потом достроить. Потом, потому что на серию я не хочу строить, потому что буду такие: Эдисон, пожалуйста, да даже не пожалуйста, Эдисон, вырезай вот эту хрень, где ты строишь, где ты ходишь в шахты, где ты ходишь, бродишь, где ты делаешь покеболы, где ты летаешь, где ты ищешь покемонов, где ты путешествуешь, оставляй только бои с покемонов. То есть видео будет по 2 минуты. Эдисон выпускает новую серию, 2 минуты видео, где мы сражаемся с покемонами. Всем удачи, всем пока. Ну... Может, кто-то так и хочет, но я думаю, что это тоже бред полностью. Ох, точно, ребята, Синдакуил. Прошу прощения, я, если честно, даже об этом покемоне забыл, то что еще нужно его словить для того, чтобы у нас была полная коллекция стартовиков. Я, если честно, даже забыл. То есть мне кто-то в комментариях, конечно, спасибо этому чуваку, кто написал, или чувихе, потому что это вроде чувиха была, ну ладно, не обижайся, не чувиха, а девушка, что у меня просто не хватает Синдакуила. И, честное слово, я не знал, о, нифига себе, живем тут и ни разу не замечали, Макс, да. И ни разу не замечал, что там что-то есть. Дальше, может смотреть, ребят, если увидите, пишите. Пишите в комментариях, на какой минуте я это пропустил. Желтион, Сайтер, Экспешер уже стоит, ладно, замечательно. Какой? 36-й. Ой, Люксио. Люксио против Люксрея. Да ты что, нафиг издеваешься, что ли? Иди сюда, иди сюда. Не выпендривайся.
Мы тебя и так зафигачим. Так, ну что? Синдаквил. Я надеюсь, я правильно написал. Токи спаун. Синдакви. Да, блин. Ой. Нет, неправильно. Хотя синда. Нет, правильно. Поэтому, ребята, ищем. Тут алтаря Забдуса не будет, к сожалению. А если честно, он бы нам очень пригодился, ребята. Настолько бы нам пригодился алтарь Забдуса. У нас же есть две легендарные птицы. Кого нам не хватает, это просто алтарь Забдуса найти. Минус 77. Минус 77. 75. 1700. Потому что я хочу полную коллекцию легендарных птиц. И единственного, кого нам не хватает, это алтарь Забдуса. Забдус, мы тебе просим, ребята, мы же его просим, хотя бы просим алтарчик, чтобы заспанился. Хотя бы небольшой, а такой маленький, питьютицкий. Я не знаю, что это за слово, сам придумал. Не тырки это слово. Вот в алтарчик, чтобы мы хотя бы маленького Забдуса заспанили. Бред, конечно, но пофиг. Безвыходная ситуация, когда алтарей нету. Нести бред. Но... И у меня сейчас башка. Нет, паскуда. Иди сюда, Райкоу. Где ты? Не Кайкоу, а Райкоу. Райкоу. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Нет, сначала мы конца завалим, а ты там жди. Ща мы придем с задницу твою расплющим тебе. Вот паскуда. Третий Райкоу за сезон спавнится. А твою мать, Лугия. Или... Ты что, издеваешься нафиг? Ну смотрите, ребята, вот этот баг... Ну смотрите, я не могу попасть, хотя я ему прямо в жопу наконец-то кинул и попал. Если мне подписчики писали, когда у меня заспавнился второй Райкоу, что Райкоу меня троллит, что нахрен будут писать теперь, когда спавнится третий по счету Райкоу? Ну еще так неожиданно. Твою мать, ну почему Лугия? Почему Кьогр, который в предыдущем сезоне по 30 кусков за серию практически спавнился, почему он сейчас не спавнится? Но зато спавнится Райкоу уже третий раз нафиг подряд. Ну все, иди нафиг, Райкоу, ты уже бесишь. Ну давай, четвертый Райкоу. Я не удивлюсь, если сейчас четвертый Райкоу заспавнится. О, нифига себе, деревня на воде. Так. Так, что-то есть. Отхренеть, лучше бы так алтари Забдуса спавнились, как сейчас третий Райкоу спавнится. Ну это не смешно даже уже, ребята. Три Райкоу подряд, нафиг. Новая легенда спавнится так, как в предыдущем сезоне спавнился практически Кьогр. А самый прикол, что Кьогр, иди сюда. Ну где ты, пожалуйста, мы хотим Кьогра найти. Где ты? Где вообще вот этот остров нафиг? 2400, 1000, 2000. Минус 2475, минус 1400. Вроде правильно. А твою нафиг. Райкоу, о какой Райкоу? Кьогр или та же Лугия? Ну никогда не вылезет. Ну никогда не вылезет. Никогда. Но зато нафиг Райкоу будет по три раза спавниться. Дип океан. Все, вот тут этой ночью кто-то заспавнится. Мы тут будем сидеть до конца ночи. Если тут никто нас не заспавнится, ух вашу нафиг. О, кстати, Эмпулеон уже прокачался, нифига себе, я как-то не заметил, если честно. Но круто. Потом еще Сайтера нужно будет, кстати, прокачать. Хотя это потом, наверное, давайте Желтиона будем прокачивать. Сейчас будем прокачивать Манкия и будем прокачивать Желтиона. Ах ты ж. Райкоу, ты походу тролль, прям тролль года, если честно. Ох, я с ума сойду с этими легендами, честное слово. Я уже не хочу говорить конченый Кьогр, потому что может он еще больше обидится и вообще спавниться не будет. Но это жопа, жопендря полностью.
Райкоу третий раз, Кёгр, который в предыдущем зоне под 100 раз спавнился, она сейчас нет. Нахрена сейчас спавнится. Ему и так круто, да? Он там сидит где-то на глубине океана и не спавнится. Замечательно просто. Охренеть. Я сейчас тупо возьму джетпак и буду тут летать до утра, пока нахрен кто-то не заспавнился. Я не шучу, потому что это психа меня можно таким способом сделать. Ладно. Вылезайте, паскуды, вылезайте. Кёгр, Лугия. Вылезайте, ребята, делаем ставки. Делаем ставки. Кто-то вылезет, в конце концов, до утра или нет? Если нет, то это жопа. Это уже жопа будет. Конечно, в принципе, не... О, ни хрена себе, сколько тут покемонов. Тут и про... Чё, о, залагало. Офигеть. Если бы я джетпак не надел, то еще бы бабахнулись, грохнулись и умерли бы. Так. Опа, и манки уже. Зелененькие эволюционируют. Давай, давай. Поднажми манки. Хотя что тебе поднажать? Быстрее эволюция не произойдет, если ты поднажмешь. Ты же зелененький, ты не можешь поднажать. Ну вылезайте, ну пожалуйста, ребят. Ни хрена себе праймейп. Он желтый? Нет, оранжевый. Так, где он? Праймейп. Самое странное, когда он нормальный, он белый. Вот тут слева в баре покемонов показывает, что он вот тут слева. Что он зеленый, а на самом деле он оранжевый. Его, походу, дальтоники какие-то рисовали, которые не могли отличить цвет какашки такой зеленовато-желтый от оранжевого. Но да ладно. Мелкие вот эти недочеты, в принципе, не будем тоже на них всегда обращать внимание. Это простимо. Нет, лучше все-таки Кроудона. Ух, нафиг. В саванне, где спавнится один покемон, уже он заспавнился 3 раза. А в океане, где, по сути дела, могут заспавниться... Ардженроллер, ну, нет. А в океане, по сути, где могут заспавниться 2 легенды, это Лугия Кёгр, никто не спавнится. Это просто круто. Настолько круто, что у меня слов нету. Ух. Ну пожалуйста, ребята, ну давайте все-таки. Ну давайте попросим, чтобы кто-то наконец-то уже заспанился. Шаклер Арбос. Ну пожалуйста. Ну кто-то, легенда, услышь нас. Услышь и заспанься. Это я еще специально так сделал, чтобы для тех показать, что тот баг, который раньше работал, что если ты высоко взлетаешь и спанится легенда, сейчас уже не работает. А чё я нафиг на месте стою? Ребята, нам походу бэушный вот этот продали. О, сейчас нормально. А только что как-то залагало. Лугия. Не Лугия, Лугия. Так как пишется, так и читаем. Вылезай. Лугия. Ну, это троллиссимо какой-то. От Райкоу. У меня уже сил нету. Не Лугию ловить, не тупого, ну ладно, не тупого. Кёгра, чтобы не обиделся. Дип океан, все. Спамьтесь. Уже утро нафиг. За целую ночь никто тут не заспавился. Я вас обожаю, легенды, вы клёвые. Ладно, куда бы нам пойти? Я бы, если честно, прям нереальное бы желание имел словить Селеби. А мне кто-то сказал, что Селеби спавнится как обычный покемон, то есть... О, нифига себе. Ах, ну опять Магикарп. То есть он спавнится как обычный покемон, что... В чате не объявляется, что заспанилась легенда, и также не объявляется то, что объявляется, что-то я выговорить не могу. Вот на миникарте, да, что там заспанилась легенда. Ну, в принципе, ладно, поверим на слово.
Да и да пофиг, заспавнится — увидим, не заспавнится — увидим вот тут. В смысле, если заспавнится — не покажет — увидим вот тут. Проблем в этом нету. Нет. Нет. Давайте еще попытаемся, мало того, что найти Синдаквила, попытаемся найти еще алтарчик. Минус 1800, 2100. Ребят, запомнили? 2075, 2100. Вроде правильно. Синдаквил. Ох, горы. А если вот так? А ну, давайте проверим, работает ли вот это гипно и шакл, да, допустим, да? Гипно, да? Шакл работает. Синдаквил Риолу. Я хочу тоже уже Риолу словить наконец-то. Я еще помню те времена, когда в горах спавнился Молтрас, и когда мы его еще ловили. Что это за хрень была? И тогда, когда мы его еще ловили без Покерадара, потому что, в принципе, Покерадара тогда еще вроде не существовало. И вроде тогда еще даже в чат не писало то, что заспавнилась легенда. Покерадара не существовало, в чат не писало то, что заспавнилась легенда. Даже мы без Покерадара играли, и, в принципе, мы его не могли найти. Но мы его находили, потому что мы облетали все горы, мы находили того Молтреса, который мог как бы при нас заспавниться. Юх! Никто же, я могу дать гарантию, что никто не помнит, но я помню с каких-то первых сезонов. Это настолько эпично было, что мы... Я, короче, не мог найти Мью. Потом в одной из серий у меня был вот этот, как это называется... У меня, короче, был небольшой домик на берегу моря. То есть, как бы, знаете, рыбацкий домик. Мы там ловили рыбу, и, в принципе, берег был около джунглей. Точно, у нас еще Мью нафиг нет. Еще за Мью нужно будет сходить. Если бы сейчас не вспомнил, так бы и не сходил за ней. Ну, потом, наверное, сходим. То, короче, знаете, мы там ловили рыбу, ловили. Один раз, когда мы ловили рыбу... О, Квила, нет, не Квила, а Тайфлоужен. Мы ловили рыбу и вступили в бой, да, с тем, кого выловили. И бой показал нам задний план. Когда я выпустил, ну, когда серия уже вышла, да? Давай, еще Грудон заспанься. Когда серия уже вышла, мне подписчики написали: Эдисон, посмотри на задний план, Эдисон, смотри на задний план, на задний план, как бы на заднюю часть, да, за спину. Потому что когда, ну, вот, например, в бой вступаешь, да, показывает, вот, крутится камера вокруг нас, и также тогда показывала. А тогда еще старые версии были, тогда еще в чат не писала, кто заспавнился, и мы без покерадара играли. Посмотри за спиной, посмотри за спиной. Я смотрю за моей спиной. За деревом сидит Шайни Мью. Мало того, что необычный Шайни, мало того, что мы сейчас играем с Покерадаром, что мы играем... В чате пишет, когда кто-то спамится. То мы за это время еще ни одну легенду не нашли. Да мы за этот сезон еще даже обычную Мью не нашли. А тогда за моей за моей спиной заспанилась Шайни Мью. Когда мне это в комментарии писали: Эдисон, вот ты там сражаешься с покемоном на такой-то минуте, смотри на задний план, у тебя там на заднем плане синяя Мью, то есть Шайни Мью стоит. Я положил руку на лицо и сидел так где-то полчаса. И думал: твою мать! Шайни Мью заспавнилась за моей спиной, и я даже не заметил, что она там. Вот это тогда шок был. Да, я помню, это говорю еще, это... О, твою, пропустили Шайни. А тогда еще был... Ну, короче, один из первых сезонов, честно, не буду говорить, какой... О, Ларвеста. Не хочу врать, потому что не помню, какой. И это настолько эпично было, что с ума сойти. Когда, знаете, уже, когда уже серия вышла, когда уже кто-то ее смотрит и пишет, что сзади
спины у тебя там Shiny Mew было, я просто приохренел с этого, честное слово. Вот тогда классно было. Ну как классно, без покерадара, без этого всего. Да. Но сейчас уже намного все легче, сейчас мы уже и магазины иногда делаем, в этом сезоне, в принципе, без магазинов. И в чат пишет, когда кто-то заспавнится. И еще что-то, и покерадар есть, и все, короче, чат, покерадар, видно, где он, то это вообще офигеть как просто. Ну, все, что нужно, это просто ждать, пока кто-то заспавнится, и просто летать. Жалко, что такой фигни с алтарями нету, потому что алтарь Забдуса, ты меня уже запарил. Там еще деревня. Так бы нахрен алтари Забдуса спавнились, как вот эта деревня, честное слово. Ребята, если я где-то пропущу алтарь, то ну настолько орите в комментариях, что я пропустил алтарь, что с ума сойти возможно. Потому что если я пропущу алтарь Забдуса, это будет тоже охренеть. Нашли два алтаря Молтреса, нашли... Охренеть, сколько алтарей Артикуна. Но, как вы видите, Забдус это, походу, самый редкий алтарь, который только существует. И... Опа. Синдаквил. Ну, хотя бы Синдаквила нашли. Это уже радует, если честно. Это кто? Uncommon. Ну да ладно, ну хотя бы Синдаквила нашли, ребята, честное слово, это тоже круто. Снайпер. Левел был. Ху, круто, честно. Синдаквил, вот сейчас у нас полная коллекция покемонов, стартовиков. Короче, у нас сейчас мы, если словим Синдаквила, я надеюсь. Знаете, что я еще вспомнил? Сирия уже идет твою нафиг полчаса, нам еще нужно очистить музей. Ребята, честно, ставьте лайки, и серии получаются длинные. Я надеюсь, вам это нравится. Тоже будьте хорошенькими ребятками. Тоже нужно ставить лайки за длинные серии. Я не выпрашиваю, но, в принципе, я стараюсь для вас, поэтому можете постараться также для меня. Синдаквил, ты меня уже бесишь. Не левел был, не квик был. Я тебе даже не могу ничем ударить, потому что ты сразу... Сайтер. Квик-атак. Опять рука на лицо, опять полчаса сейчас буду сидеть. Извиняюсь, но... С одного удара. Ребята, я не знаю, что сказать. Эта серия нас тупо троллит. Ну, тупо троллит. Ни одного алтаря, даже ни намека, что где-то может быть алтарь Забдуса. Возвращение тролля Райкоу, который уже, я не знаю, какой раз по счету спавнится, третий раз по счету спавнится, и, в принципе, троллит нас этим. Никто другой, ни Суйкун, ни Нинтей, никто другой не спавнится, но зато... Зато Райку будет под 10 раз спавниться. Я еще не удивлюсь, если он еще сейчас заспавнится. Это будет вообще охрененно, если сейчас он... О, стоять. Если сейчас он еще раз заспавнится. Фу, я хотел называть серию... Сейчас. Полная коллекция покемонов. Стартовиков. Но... Мы убили Синдаквила, поэтому я уже передумал. Но сейчас опять Синдаквил заспавнился. Вот... ребята, ну сами видите. На одного Синдаквила мы потратили... Так, ладно, меньше разговоров, быстро нужно идти в музей. А на одного Синдаквила мы потратили пару левел-болов и потратили пару квик-болов и не словили. А этого Синдаквила мы словили с первого же бола. Поэтому тоже, знаете, есть иногда твари, которые просто не ловятся. Но все же, твари не твари, могут быть не тварями, но мы... Имеем полную коллекцию стартовиков. И, ребята, с этим также вас поздравляю, потому что это круто. В этой серии я не буду никого добавлять, потому что уже, в принципе, извиняюсь, но времени уже вообще нету. В этой серии мы тупо выгоним тех людей, которые уже не комментируют, а в следующей серии добавим тех людей, которые комментируют, кто как бы дальше идет у нас по списку. Быстренько вот это все сделаем. Кто у нас вылетает?
Варокс ПВП, извиняюсь, но ты не комментируешь. Вылетает Денчик Хижняк. Да, ты у нас вылетаешь, я прошу прощения, но ты у нас вылетаешь с Вамперта. Я извиняюсь, но просто ты у нас переходишь на Кабутопса, это следующий уровень комментария. После Кабутопса у нас уже идет легенда, потому что ты уже передвинулся на следующий уровень. А что, уже обосрался? Денчик Хижняк. Поздравляю, вот кого нужно уважать. Человек комментирует уже много времени. Другие люди, кто комментирует там долго, я не знаю, кто там, Дирлин, еще много людей, я сейчас многие не перечислю. Вы не расстраивайтесь, вы также уже можете попасть на фосил покемонов, но, как вы видите, у нас еще сейчас не хватает фосил покемонов. Когда добавится, тогда я вас и туда и сразу и поставлю. Так, этот вылетел. Дальше по списку. Кто у нас? Так, сейчас, секунду, ребята. Это нужно посмотреть, потому что я сейчас не вижу, кто кого. Так, Виви, Касуми. Сейчас, ребята. Вот так. Дальше кто у нас? Человек очень хотел в музей, но, видно, очень хотел, а раз уже перехотел. Вылетает, прошу прощения, но старая. Так, Стараптор. Вот, Тимофей Юров, тоже один из активных людей, который уже, в принципе, по сути дела, на таком же был же уровне, как и Денчик. Ну, вот эти люди, которые попадают на фейс покемонов, но почему-то перестал комментировать и тоже вылетает с музея. Если ты вернешься и, в принципе, дальше продолжишь комментировать, то ничего страшного. Добавится, тебе опять в музей добавят. Добавлю, в принципе, если ты вернешься и дальше продолжишь комментировать. Тартера освободилась. Дальше кто у нас? Тартера вылетает. Кто у нас дальше по списку вылетает? Мэджикарп у нас вылетает. Вот. Ребят, не переживайте, это быстро мы сейчас очистим. Кто хочет, можете смотреть, как мы очищаем. Кто нет, тогда уже, в принципе, пока. Но все же. Ух, этот прям, я не знаю, как он хотел попасть в музей. Дальше. Урсаринг Лапрас. Тоже вылетает. Лапрас. Кто там вылетает с Лапраса? Алексей, вот. Кто вылетает? Сам попросил его выгнать. Так. Так. Сейчас, ребят, просто смотрю, знаете, кого выгнать? Зуруа вылетает. Зуруа опять вылетает. Как-то много кто вылетает. Я там видел босса, ребят, не переживайте. Просто сейчас, честно, не хочу отвлекаться. Зуруа вылетает. Зуруа. Так, это я просто, знаете, пишу, кто что. Ну, сейчас, ребята, еще хочу посмотреть. Николай. Сейчас. Это кто у нас? Кронидос, да? Николай Колодеев вылетает. Динго вылетает. Я говорю, в этой серии много кто вылетит. Так, вылетает это тоже. Диглет у нас еще вылетает. Тут у нас кто? Так. Кто дальше у нас по списку идет? Сейчас, ребята, сейчас, секунду. Дальше по списку у нас вроде уже вот на этом этаже. Я просто, знаете, смотрю внимательно, чтобы никого не пропустить, потому что у меня тут люди как-то иногда странно записаны, то есть я сам не разбираюсь. Кто у нас дальше по списку вылетает? Сейчас. Вот что я сейчас хочу посмотреть. Тут у нас два Кронидоса вылетели, да? Николай Колодеев вылетел. И тут Николай Колодеев. Чувак два раза в музей попал, как я понял. Так, ладно. Дальше. Кто у нас дальше вылетает? Сейчас, ребята, просто смотрю, знаете. Ну вот, сейчас у нас уже в подвале, да? Тут вроде больше никого, чтобы не пропустить, тоже
Свамперт у нас же освободился, точно. Но зато занялся... Занялась... Точнее, занялся, а не занялась. Один фусил покемон. Сфил. Так. Ну, сейчас, ребята. Так, ребята, дальше. Сфил вылетает. Фил вылетает. Так, дальше кто у нас по списку вылетает? Гровайл, Септайл. Септил, Гровайл. Гровайл. Нет. Да. Гровайл тоже вроде сам попросил, чтобы его выкинуть. Что за хрень? Ага. Так, дальше. Кто у нас дальше вылетает? Вообще, ребят, я смотрю. Дальше по списку у нас вылетает Клинк и Павниард. Клинк. Очень, ну прям настолько этот чувак хотел музей, что Флудил, я не знаю. Да, даже Флудила не комментировал в том же ВКонтакте. А сейчас, как вы видите, очень он захотел остаться в музее, как я понял. А, дальше. Реженролла. Ларвеста у нас вылетает. Реженролла. Ларвеста. У нас вылетает. Сейчас. А, хотя не-не-не, нормально. Так, ладно. Реженролла вылетает. Ларвеста вылетает. Дальше. Снайви вылетает. И я не знаю. Хончик. Этот не вылетает, не переживайте. Он находится у нас на Кабуто. То есть он тоже два раза в музее. Я вижу там Шайни, ребят, не переживайте, что я не вижу. Я вижу, просто я не хочу сейчас отвлекаться, если честно. Ну ладно, посмотрим. Нет, на Литвика хочу отвлекаться. 339-119. На кого на Литвика хочу? О, нифига себе, ты нас привел еще и к Булу. Ух, Литвик. Я, честно, давно хотел Литвика следить. Ребят, смотрите, что за ошибка в чате. Сейчас, походу, он опять выкинет. Но я надеюсь, что нет. Литвик, пожалуйста. Мы тебя просим. Вот, наконец-то. Ну, ладно. Так уж и быть. Полетим. Это кто? Рарбос. Ну, ладно. Не будем затягивать. Дальше. Быстро смотрим, чтобы уже наконец-то закончить. Так, сейчас. Вот. Этот чувак настолько флудил в комментариях. Я уже комментирую столько долго времени. Почему ты меня не добавляешь в музей? Я его добавил в музей, он перестал комментировать. Логика. Логика тех, кто хочет попасть в музей. Так, сейчас. Дальше. Этот уже вылетел. И вроде все. Все, ребята, на этом мы уже быстро заканчиваем. 40 минут нахрен серии. Я надеюсь, вы залепите прям огромнейший лайк, потому что я думаю, это того заслуживает, потому что серия реально очень долгая. Ребят, на этом мы заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Всем удачи. Не забываем комментировать. В следующей серии добавлю новых людей в музей. Всем удачи и всем пока.